загадочное сообщение о том, что Купер, которого мы видели в тюрьме, ищет координаты. Координаты от некоего майора Брикса. Об этом плане, Альберт, я не мог тебе рассказать. И прошу прощения. Я понимаю. Я знаю, что понимаешь. Но все равно прошу прощения. И я не знаю, правильно ли развивается этот план. Потому что на нас уже должен был выйти наш дорогой Дейл Купер. Гоу слушает. Это агент Хилли, сэр. Мы нашли его. Мы нашли Дагласа Джонса. Но мы не знаем, где он. У меня часы сломались, или это один из братьев Маркса? Как прикажешь это понимать, Хитли? Так, кровать пуста. Моя команда уже отправляет все вам. Директор Коул, мы узнали все. Полную историю. Это Гордон Коул на телефоне? Он самый. А что? У меня сообщение. Thank you.
مستشعر البدن وش الصوت اللي بأشعر البدن وش الصوت اللي بأشعر البدن Thank you.
приступаем к изучению. Сегодня мы приступаем к изучению курса математики, необходимого вам не только для изучения инженерной дисциплины, но и для непосредственной работы в той области, которую вы избрали делом своей жизни. Вы познакомитесь с большим числом сильных методов, разработанных наукой на протяжении последних столетий. Вы увидите, как используются количественные методы изучения явлений природы и технических процессов. Вы узнаете, как математические методы используются для прогнозирования течения процесса и для разумного получения следствий, имеющих практическое значение. Математика всегда играла большую роль в инженерном деле. Но верно и обратное. Инженерное дело дало очень многое для развития самой математики. На протяжении курса математики мы многократно сможем увидеть это взаимное влияние общественной практики и теоретических аспектов математики. Практика постоянно выдвигала перед математикой новые проблемы, для решения которых у нее не было ни методов исследования, ни даже тех понятий, в терминах которых можно было удовлетворительно описывать эти новые ситуации. Вот почему. Thank you.
يطبخ الجميع ليشرب ويأكل ما يريد. الساعة السادسة صباحا. ليأكل ما تبقى. ليأكل ما تبقى. ما تبقى له من عشاء اليوم. У нас первая часть закончилась, добежали хозяева данной франшизы, данной среды. Максим Шутиков, вот он у нас присутствует. Сегодня, я не знаю, бас или контрабас, Максим? Контрабас. Вот.